Выкрашился резец. Не выдержал. Обрабатываемый металл оказался слишком прочным. Ну а как быть, если поверхность настолько сложна, что ее нельзя обработать ни резцом, ни фрезой? Подобное часто случается при изготовлении формообразующего инструмента, штампов, пресс-форм. Лишь сравнительно недавно человек дал объяснение электрическим явлениям в природе. Научился сам воспроизводить их, исследуя происходящие при этом физико-химические процессы. Каждый из нас замечал, наверное, такие вот следы на контактах рубильников, выключателей. Это следы действия электрических разрядов. Когда они случаются, возникает высокая температура, металл плавится и испаряется. Электрическая эрозия металлов — такое название получило это явление. Перспектива овладения процессом электрической эрозии открывала большие технологические возможности. Попробовали кратковременно воздействовать электрическими разрядами на малые участки поверхности металла в диэлектрической жидкости. Получилось. При этом два электрода, один из которых инструмент, а другой заготовка, взаимодействовали так, что на поверхности заготовки из самого прочного материала полностью отпечатывалась форма инструмента. Электрод-инструмент для электроэрозионного станка состоит из формообразующей или рабочей части и вспомогательной. Она необходима для крепления инструмента в станке. Рабочую часть изготовляют из эрозионно-стойких легко обрабатываемых материалов, таких, например, как медь, графит, вольфрам, латунь. Вспомогательная часть может быть из того же материала, что и рабочая, либо из другого токопроводящего материала. Выбор материала электрода инструмента, метод его изготовления и конструкция зависит от материала детали, размеров обрабатываемой поверхности, сложности ее форм, требуемой точности, а также серийности. По конструктивному исполнению электроды инструмента разделяются на сплошные и полые. В формообразовании обрабатываемой детали участвует рабочая часть инструмента, которая крепится к электродной плите. Рабочая часть имеет отверстие для прокачки и отсоса рабочей жидкости. В конструкции электрода инструмента предусмотрено отверстие для установки и крепления на станине станка. Большинство электродов инструментов изготовляют обычными слесарно-механическими способами. Электроды инструменты типа тел вращения, цилиндрические, конусообразные, изготовляют на токарных станках. Электроды-инструменты со средней сложностью профиля фрезеруются.
Сжигание применяют при получении электродов инструментов постоянного сечения для обработки сквозных отверстий пресс-форм. Если необходимо добиться высокой точности электрода инструмента, его обрабатывают на шлифовальном станке. При изготовлении фасонных электродов инструментов используют методы формообразования по исходной модели. Один из таких методов – вихревое копирование. Вначале по эталонному образцу, он прямая копия будущего электрода инструмента, из эпоксидной смолы с абразивом отливается режущий инструмент. Затем на вихрекопировальном станке этим инструментом обрабатывается будущий электрод-инструмент. Для изготовления высокоточных инструментов из меди используют метод гальванического осаждения металла на модель электрода. Здесь применяется модель, являющаяся негативной копией электрода. Создание конструкционного слоя, укрепляющего электрод, происходит путем напыления меди. Или с помощью эпоксидной смолы. Чтобы отделить электрод-инструмент от модели, достаточно ввести в плоскость разъема клинья. В настоящее время в Советском Союзе и за рубежом выпускается большое количество разнообразных по производительности и конструкции электроэрозионных станков. Отличаются они друг от друга назначением и точностью обработки. Однако при всем различии в них можно выделить однотипные узлы. Каждый электроэрозионный станок имеет стол для установки электрода изделия, генератор импульсов, возбуждающих разряды, регулятор подачи электрода инструмента, ванну с рабочей жидкостью, насос подачи жидкости в ванну, систему снабжения диэлектрической жидкостью с фильтрами для очистки ее от продуктов эрозии. Электроэрозионный координатный копировально-прошивочный станок МА-79 может вести обработку, которая затруднена, зачастую и невозможна, при выполнении ее традиционными методами. Станок предназначен для обработки фасонных полостей и отверстий в деталях из твердых сплавов, жаропрочных, высоколегированных и закаленных сталей.
На станке можно изготовлять просечные, вытяжные, чеканочные, врубные штампы, кокели пресс-форм, фильеры и другие изделия. Точность обработки до 0,01 миллиметра. Различные модификации этого станка позволяют обрабатывать изделия размерами до 400 мм. Вырезной электроэрозионный станок. Он предназначен для изготовления рабочих элементов вырубных, гибочных штампов, фасонных фильер, резцов и других сложноконтурных элементов. Электродным инструментом на станке является непрерывно перематывающаяся латунная или медная проволока диаметром до 0,3 мм, а рабочей жидкостью – водопроводная вода с антикоррозионными присадками или керосин. Станок снабжен устройством числового программного управления на базе ЭВМ. Это позволяет вырезать сложноконтурные детали по программе, вести обработку по фотокопиру, редактировать программу на рабочем месте. Точность изготовления контуров деталей на чистовых режимах до 0,02 миллиметра. Электрохимическая обработка основана на принципе анодного растворения материала в электролитическом растворе при высоких плотностях тока. Как правило, используются водные растворы электролитов на основе поваренной соли или азотно-кислого натрия. Раствор интенсивно прокачивают через зону обработки, удаляя тем самым продукты растворения. Когда электроды сближаются, плотность тока увеличивается, и анод частично растворяется, повторяя поверхность катода инструмента. Достоинство электрохимической обработки в том, что катод инструмент практически не изнашивается. В электрохимической обработке размеры электрода инструмента отличаются от размеров обрабатываемой детали на величину межэлектродного зазора. Зазор формируется по всему межэлектродному пространству и зависит не только от параметров обработки, но и от скорости движения инструмента относительно детали. Конструирование электрода инструмента требует правильного выбора материала для его изготовления. Здесь хорошо работают бронза, латунь, медь, нержавеющая сталь. Изготовляют электроды инструменты обычными способами – токарной, фрезерной, копировально-фрезерной обработкой. Электроды инструменты состоят из корпуса, составляющего одно целое с присоединительной частью, и рабочей части, соответствующей форме изготовляемого отверстия. Отверстия для подачи электролита, если они круглые, выполняют обычным сверлением, а более сложные – фрезерованием или электроэрозионным способом. Сборка электрода инструмента осуществляется с помощью резьбовых соединений, либо сваркой или пайкой.
Станок для электрохимической обработки – это целый комплекс оборудования и приборов. Сюда входит, собственно, станок, на котором закрепляется обрабатываемая деталь и электродинструмент, источник технологического тока – генератор, система подачи электрода, бак с электролитом, насос высокого давления, центрифуга и фильтры для очистки электролита, а также теплообменник, охлаждающий его. В инструментальном производстве успешно используется электрохимический копировально-прошивочный станок 4А423FC. На этом станке изготавливают детали типа матриц, штампов, пресс-форм из нержавеющих высоколегированных сталей и сплавов. В станке применен новый импульсно-циклический процесс. Электрохимическая обработка, пожалуй, единственный из известных способов формообразования, сочетающий высокую производительность и высокое качество поверхности. Электрофизико-химическая обработка инструмента во много раз сокращает затраты ручного труда, позволяет получать сложные, ранее не изготовлявшиеся изделия, повышает стойкость штампового и прессового инструмента за счет применения новых материалов. Передовые предприятия создают специализированные участки электрофизико-химической обработки инструмента.